Евгений Петрович, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки, ректор дипломатической академии МИД России. Первую свою книгу написал еще в 1982 году. Сейчас сел за перо основательно. В серии «Российские ученые и международники» вышла его книга под названием «Светлый мир» Натальи Бажановой. Это его супруга, которая всю жизнь посвятила себя политологии, истории, экономике, педагогике и дипломатии. Начала она как специалист по Корее, а Евгений Бажанов специализировался по Китаю. Это не обычные мемуары, а это вот наша жизнь на фоне того, что происходило в мире, в нашей стране, в нашем городе, в местах, где мы работали. То есть это больше рассказ о мире, в котором мы живем. А буквально на днях вышли из печати еще 4 тома Евгения Бажанова «Миг и вечность». Автор запланировал 12-томник. Это анализ нашего противоречивого, сложного и очень интересного мира. Да и на презентации книг присутствующие задавали вопросы относительно устанавливающегося миропорядка. Как развиваться в нашей стране, какие строить отношения с Америкой, чем, например, грозит китайский бэби-бум. В 20 веке мы воевали со своими христианскими братьями в основном. В Европе, а с китайцами в основном дружили, сейчас опять дружим. Если мы опять начнем накручивать китайские настроения, мы будущее не предскажем, но мы сломаем те отношения, которые есть сейчас. Вот сейчас есть база, общие интересы, готовность руководства одной и второй страны идти дальше, в смысле сотрудничества, надо этим пользоваться и строить такую модель отношений, чтобы ее уже нельзя было разрушить. Первыми читателями книг Бажанова стали журналисты, работники культуры, общественники. Сегодня многотомники переданы в библиотеки города. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.